впервые в нашей жизни я беру интервью Оксаны Лаврентьевой, которая достигла больших успехов в трех видах бизнеса сразу. Мы будем говорить о том, как она докатилась вот до этой жизни. Мы это останавливаем и концентрируемся только на Терехове. И Терехов в этом же году вышел в ноль сразу. Вот ты должен себя так чувствовать, что ты можешь встать и выйти в любой момент. И люди должны понимать, что они могут выйти сами в любой момент, и ты этого не боишься. Вот представься, я не твой муж, я просто клиент Белого сада. Хожу, раз, и у меня случился краткосрочный роман с кем-то из своих сотрудников. Рассказываю.